С момента основания клиника Университета Наварры является одной из первых в использовании инновационных медицинских технологий как в Испании, так и на мировом уровне. Клиника Университета Наварры является единственным частным медицинским центром в Испании, где выполняются такие сложнейшие операции, как трансплантация печени или сердца. Кроме того, клиника является одной из первых в Европе в использовании новейших технологий трансплантации органов от живого донора. Это также единственный медицинский центр Испании с самым большим опытом по применению радиоэмболизации для лечения злокачественных новообразований печени, является международным ориентиром во многих других методиках и специализациях. Посвящая каждому клиническому случаю все время и все ресурсы, необходимые для персонализированного и качественного обслуживания пациента, в клинике Университета Наварры частота госпитальных осложнений сведена к минимуму. Положительные результаты лечения и контроля детского рака в клинике приравниваются к результатам лучших центров Европы и США. Клиникой достигнуты высокие показатели лечения злокачественных опухолей костной ткани, остеосаркомы. Здесь самый низкий индекс смертности и ампутации конечностей. Эти результаты сопоставимы с лучшими клиниками мира. Клиника является крупнейшим частным медицинским центром в Испании, располагающим богатейшей технологической базой, собранной воедино в одном центре. Она обладает самыми современными и комплексными методами диагностики и интервенционными технологиями. Высокая технологическая специализация делает клинику ведущим национальным и мировым медицинским центром. Например, в области ядерной медицины клиника обладает одной из немногих лабораторий в мире, имеющих возможность синтезировать 18 радиофармацевтических препаратов. В технологии позитронно-эмиссионной томографии клиника имеет в своем арсенале ПЭТ с наивысшим разрешением в Испании. В области роботизированной хирургии с системой Da Vinci она обладает самым большим опытом среди испанских центров в использовании этой минимально инвазивной хирургии и является первой и единственной испанской больницей, практикующей в роботизированных операциях трансоральный и трансаксиллярный доступ. Кроме того, это первый испанский центр, оснащенный оборудованием высокого разрешения во всех отделениях хирургической специализации. Это испанский медицинский центр с самым большим количеством проводимых клинических исследований, что открывает людям новые возможности в лечении, особенно пациентам с тяжелыми заболеваниями. Клиника разрабатывает многочисленные исследования и новейшие методики терапии стволовыми клетками для применения их в лечении различных болезней. Все это способствует достижению высоких показателей ремиссии при таком заболевании, как рак, и позволяет увеличить продолжительность жизни или добиться полного излечения. За высокое качество работы клиника Университета Наварры удостоена самых престижных наград в области медицины.